Всем привет! В моем цитрусовом мире. Сегодня я хочу сделать видеообзор моей коллекции, показать балкон и рассказать о цитрусятах, как они растут, как себя чувствуют в условиях домашнего выращивания на балконе. Так, давайте посмотрим. Это плодики Лиметты Пуши, а рядом за ней спрятался лайм. Вот он. Вот еще завис лайма. Выше лимон Лунарио. Он у меня молодец. Завязал 3 плодика, и вот большой 4-й в маске. Уже большой, я думаю, что он скоро начнет желтеть. Это половский шишкан в маске, тоже уже большой. И мы его зафиксировали, чтобы веточка не сломалась. Это вот лимон Мейера. Немножко решил полистопадить, покапризничать, но посмотрите. У него все веточки в бутонах. Продолжаем осмотр. Вот завис лайма и бутончики. Сейчас настрою. Вот. Видно. Так. Это вот еще небольшая Пурша. Вот она. Там дальше спрятались завязи граната 8-го шара. Вот они. Лиметта Росса лежит. Это вот неизвестный. Вот, надеюсь, что это будет мандарин Квадриндио, но похож на лайм квад. Вот дальше его верхушечка, и она вся в цвету, и плодики завязывает. Очень высокорослое получилось растение. Привит на помело. Вот такой ствол. Дальше там спряталась папуана. Хорошо растет, надеюсь на цветение. А это вот у нас микроцитрус. Вот сколько у него цветочков было, и вот он уже завязывает микроплодики. Еще цветочки. Это плодики. Маленькие. И есть побольше. Вот он. Уже приобретает окрас. Ночью сейчас прохладные, и это благоприятствует его окрашиванию. Это вот ноперис с подшитыми корнями. И макушечка у него вся зеленая, пошла в рост. Обратите внимание, это воздушная отводка лимона Лунарио, которую мы делали вместе. И вот какие у нее красивые приросты. Продолжаем осмотр. Это пестролистный лимон Пинк Эврика со своими полосатыми малышами. Вот они. Дальше кафир лайм. Посмотрите, какие у него красивые листочки. Двойные.
и они очень ароматные. Чай с ними бесподобен. Он у меня еще не цвел, но растет хорошо, и я его периодически в чай обрезаю. Это вот гранатик. Комнатный сорт нано. Завязал целых 4 плодика. И они уже налились и довольно большие. Вот. Это вот лайм-кватик трудится. А это пандероза. Вот она вся в бутонах. Это наш любимый танжерин. И вот у него тут лайм на стволе. И там дальше бергамотик. Танжеринчик. Кумкват Маргарита. Досталось несколько зрелых плодиков, и у него уже завязались молодые. А вот кумкват Мейва все сбросил. Надеюсь, что скоро еще зацветет. Это Нобелис на Трифолиате. Будет тоже свежая прививочка. Дальше смотрим. Мирт очень вырос. И вот опять пинк эврика. Дерево-сад. И на нем веточка мейера привита. Она не так капризничает, как основное растение, корни собственные. И вот у него тоже плодик завязался. Вот. Это мои новиночки. Флагола, апельсинчик. Миагава, мандарин. И любимая милороза. Он вот, у меня уже дал молодые приросты. Такие ароматные, бесподобные листья. Я думаю, что он скоро зацветет. Будем ожидать и плодиков. А это вот нижняя полка с подрастающим поколением и молодыми прививочками. Вот такой мой цитрусовый мир. Желаю всем хорошего настроения. Заряжайтесь позитивом.